Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 7 организаций области получат льготу по налогу на прибыль. Каждое из этих предприятий в прошлом году инвестировало в свои объекты более 20 миллионов рублей. Это позволило им снизить ставку налога на прибыль с 17 до 13,5%, пишут бизнес-новости в Кирове со ссылкой на региональный Минфин. За прошлый год предприятия, получившие льготы, вложили более 1 миллиарда 300 миллионов рублей в производство. Их налоговые платежи в 2017 году должны составить 700 миллионов рублей. Накануне также сообщалось, что 15 предприятий, реализующих инвестпроекты, получат льготу по налогу на имущество. Программа «Экономика». Арендаторы задолжали в городской бюджет более 200 миллионов рублей. Речь идет о долгах за пользование муниципальными земельными участками. Таковы данные за первый квартал этого года, сообщают в городском управлении муниципальной собственности. В списке более 2200 должников – физических и юридических лиц. Учитывались только те арендаторы, чьи долги превышают 500 рублей. Ранее специалисты управления рассказывали, что долг за аренду нежилых помещений составляет порядка 100 миллионов. Половина дохода, который за год приносит сдача муниципальных площадей. Экономика на 101 FM. Председатель областного суда получает 6 миллионов в год. Накануне судьи озвучили свои доходы. Так, согласно декларации, в 2016 году Юрий Бармин заработал 6 миллионов 300 тысяч рублей. При этом половина этих денег – ежемесячное пожизненное содержание. В собственности председателя суда земельный участок в 14 соток, жилой дом площадью 87 квадратных метров, квартира площадью 65 квадратов, в пользовании автомобиль Volkswagen Tiguan. Доходы трех заместителей председателя от 3,5 до 5,5 миллионов. Половину этих доходов также составляет пожизненное ежемесячное содержание. У каждого из заместителей в собственности и в пользовании по несколько объектов недвижимости – это квартиры, дома, земля и по иномарке. Доллар сегодня 56 рублей 98 копеек. Евро 62 рубля 4 копейки. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.